Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. Сегодня я буду делать обзор на мини-ленту. Это такие игрушки в магазине ленте. Это уже вторая часть в магазине этом. Вот, смотрите, вот в ленте выдают вот такие вот пакетики. Тут написано мини-лента, вторая часть. Вот сам магазин, его эмблема. Тут написано «Приходи, собери, играй». Вот я была в магазине, мне дали вот такую кучу пакетов. Еще я на кассе взяла вот такой как листочек, где показана вся коллекция вот этих вот миниатюр. Акция была, она началась с 5 октября по 11 ноября. Ну что ж, давайте откроем эти пакетики чудные и отметим, какие же продукты мне попались. Мне уже очень интересно, потому что была до этого еще одна часть. Так. Ой, посмотрите, какой дезодорант красивый. Рексона. Вот такой вот дезодорант. Так, давайте посмотрим. Вот он. Мы его закрасим вот так вот, кружочек сделаем. Так, пока его давайте вот так вот поставим, такой большой. Так, пакетик. Так, теперь давайте этот пакетик. Мне всего 10 их дали, посмотрим. Ой, посмотрите. Это у нас гель для душа. Фа, медовый. Так, давайте посмотрим. А вот и он, закрасим его. Вот так вот, кружочек. Так, давайте еще вот этот откроем. Мы сейчас и откроем. Ой. Так, а это у нас что попалось? О! Ого! Нам попалась стель. Стелька такая. Для обуви. Давайте мы ее закрасим. Мы постараемся собрать всю коллекцию. Так. Интересно, что же здесь? Тут такое... круглое, что ли? Ну что ж, давайте откроем. Ой, какая красивая! Это у нас мультиварка. Ой, какая миленькая. Вот тут такая она серебряная, черная. Вот тут кнопочки указаны все. Давайте ее найдем в коллекции нашей. А вот и мультиварка. Закрасим ее. Так, давайте мы найдем еще какие-нибудь продукты. Так, посмотрим, что здесь. Так, а это что у нас? О, это гель для бритья. Какая красивая. Какая красивая. Так, еще вот я узнала, что для вот, ну, наверное, таких кукол, вот я не знаю, наверное, для Барби. Я не знаю, какие у вас есть куклы, для них вот, в принципе, даже смотрите, как хорошо подходят вот эти вот дезодоранты. Вот, посмотрите. Вот красивые дезодоранты всякие, вот смотрите. Так, это у нас гель для бритья. Вот, нашла вот это, мы его тоже закрасим, такой большой красивый тюбик. Так, давайте аккуратно вот это вот. Тут написано, ну как обычно, производство. Так, давайте положим аккуратно все наши вещи. Так, теперь давайте откроем вот этот пакетик. Ой, посмотрите, это же всеми любимый Сникерс. Вот такой вот наборчик, где 5 штучек их. Ой, какой милый. Так, давайте его отметим. Так, вот он, шоколадка это у нас. У нас уже много. Теперь возьмем вот этот пакетик. О, нам попалась такая же шоколадка. Это хорошо. Чем больше сладостей, тем вкуснее. Так, давайте еще кружок один нарисуем. Ну, чтобы было понятно, что у нас две. Так, теперь посмотрим, что здесь. Здесь я подозреваю, что что-то, наверное, должно быть похоже на сок. Потому что я это... А нет, ребята. Это зубная паста Рокс. Вот эта зубная паста. Так, где она у нас? Вот.
Положим ее сюда. Ну что ж, вот еще пакетик. Давайте его откроем. Опа! Ого! Вау! Это же такая красивая зубная щетка. Вы посмотрите, какая она красивая. Ну, прям как настоящая. Фирма Colgate. А где же она у нас? Вот она. Закрасим ее в кружочек. Так, ну у нас остался последний пакетик. Я его пощупал, там что-то квадратное. Давайте проверим, что же нам попалось. Ого! Это же пицца! Какая милая пицца. Такая большая упаковка довольно. Так, давайте и ее отметим. Так. Ну что ж, давайте посмотрим, какие продукты нам попались. Вот какая у нас тут куча их. Очень хорошие и полезные. Мне больше всего понравилась мультиварка, она такая милая. Так, давайте посмотрим, что нам осталось до полной коллекции. В принципе, нам даже много осталось. Так, а вы напишите мне, пожалуйста, в комментарии, какой же из моих продуктов вам понравился? Конечно же, если вам понравились такие милые продукты, пожалуйста, поставьте лайк. Давайте посмотрим. Ой, как тут их всего много. Вот что мне удивило, тут написано Пепси, а вот тут Пепси нарисовано, а написано лимонад. Вот я бы очень хотела себе Пепси, вот всякие вот. У меня до коллекции очень много осталось, полный. Но вообще мне очень понравились очень хорошие продукты. У меня их было очень много. Ну, конечно же, вы должны написать, есть ли у вас эти продукты и какие. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!